Привет. Сегодня я в Мюнхене, а в субботу я был еще в Берлине, где произошло следующее. Утром сидим мы с моим другом Саймоном, который является лидером группы Минимум, пьем кофе и обсуждаем, как же мы пойдем на концерт, на его концерт. Он пойдет играть, а я пойду слушать в клубе Bang Bang, который находится возле Hackische Markt станции метро в Берлине. И тут Саймон смотрит журнальчик, разглядывает, и вдруг говорит мне: «Слушай, а сегодня вечером еще играет твоя любимая группа Silver Sun Pickups». А это действительно, с некоторых пор группа, которую я очень люблю. Нашел их альбом, дебютный альбом «Карнавас» в Москве, зайдя в «Пурпурный легион» на Новокузнецкой, и приобрел этот альбом. С тех пор я слушаю его каждый день практически и не могу нарадоваться, как вот такое случается. Группа происходит из города LA. Состоит из 4 человек. Все подробности на silversunpickups.com или на их MySpace. Они в моих топ-друзьях на MySpace, так что можно проще зайти myspace.com/atmaravi, и там в моих топ-друзьях. И вот, я говорю: «Слушай, Саймон, ну я не могу пропустить концерт этой группы, поэтому сначала я пойду на твой, точнее сначала я поеду в клуб 6 часов, в клуб Магнит, где будет играть группа Silver Sun Pickups. Попробую с ними связаться, может, запишу еще это из саундчека, и потом пойду на твой концерт, и оттуда уже, после того, как ты проиграешь 5 песен, я побегу бегом в клуб «Магнит», чтобы увидеть выступление Silver Sun Pickups». И вы представляете, то есть как минимум выходил на сцену в 10:30, а Silver Sun Pickups выходили на сцену, вышли в 10 минут первого ночи и играли до 2 часов ночи. Но сначала я прошел пешком от Франкфурта Тора в Берлин, от того места, где живет Саймон, пешочком. За полчаса я дошел до магнит-клуба на Greifswalder-штрассе, где еще не было группы. Я договорился о том, что я буду сделать запись. Мне все очень радушно жали руку и сказали, что давай, пожалуйста, записывай все, что хочешь. Потом приехала группа, я поговорил с менеджером Макрей, объяснил, что я блогер и музыкант из России, Белоруссии. Он говорит: «Ну, пожалуйста, записывай все, что хочешь, только не пиши песни целиком». Я пообещал, что его делать не буду. Потом я познакомился с гитаристом, вокалистом группы Silver Sun Pickups Брайаном, с басисткой Ники. Немножко пообщался с техником Озом, который из Чикаго, такой классный парень. И с человеком, который продает майки по имени Эллен. И он мне зачем-то подарил майку Silver Sun Pickups. Вот, обратите внимание, очень прекрасная маечка. Мне несказанно повезло. Я записал кусок их выступления, то есть кусок их саундчека, барабаны, бас. Ну, посмотрите, дальше будут ролики. Вот, к сожалению, мне нужно было бежать в другой клуб, к Саймону, где я записал кусок из его выступления. Поэтому я не смог полностью саундчек Silver Sun Pickups пронаблюдать. Но зато я успел прибежать к началу их выступления в клубе «Магнит». То есть где-то в 11:30 я был в клубе опять, вернувшись из Bang Bang, где я наблюдал выступление Саймона. И записал даже кусочки их игры. Но там такой был звук, очень громкий звук, что, ну, микрофон в фотоаппарате, он весь завелся, то есть вряд ли вы что-то поймете, какие-то звуки. Ну так вот, дальше ролики с вот этих всех событий. То есть из магнит-клуба. А про Саймона я отдельно сделаю подкаст. Ну все, счастливо. Слушайте группу Сильверсон. Wordless.